Всех приветствую вас на канале Сезон охоты и рыбалки. Меня зовут Алексей. Сегодня мы с папой опять собрались очередной раз в лес, в избу. К нам в избушку с ночевкой пойдем. Прогуляемся, посмотрим. Сегодня уже по другим местам пройдем. На другую болотинку сбегаем, посмотрим, что там есть. Что-нибудь поищем. Сегодня у нас холодно. 27 градусов показывают сейчас, ну, местами 30, да, пока ехали, так тут у нас тоже низинка, тоже где-то около 30 там будет, ближе к избе, вот, ну, придем сейчас, чайку попьем немножко, пока еще светает, потом собираемся и идем до избы пока тоже дойдем, потом, не знаю, дров надо будет сегодня наготовить немножко. А может быть завтра уже вечером, посмотрим. Вообще завтра вечером не получится, завтра вечером домой уже. Так что придется сегодня вечером. В общем, ладно, загадывать не будем, как получится, посмотрим. Все, наверное, что, встретимся уже там, походу уже что-нибудь поснимаем. Сейчас шли, косачей лунки нашли. Тоже уже такие не совсем свежие. Штук 6. Сейчас этот рюкзаки бросим. Пойдем пробежим по-быстрому, посмотрим без рюкзаков их. Может, найду будем где-нибудь. Ну что, пробежали мы кружок. Посмотрели. Нашли еще вот лунки. Это уже 100% тетерева косачильная. Фото, свежий выход. Не знаю, в ту сторону. Вот еще лунка. Вот еще лунка. Короче, штук 6, где-то 7 этих лунок здесь. Ну, опять не удалось сейчас наткнуться. Сейчас времени у нас нету, чтобы их гонять, искать здесь. Надо. Главное сейчас дойти до избы, протопить печку. А потом уже можно собираться и идти искать. Только мы не в этот район пойдем, нам совсем в другую сторону надо идти. В общем, вот так получается пока. Все что-то нас уводит от этих косачей, не дает нам пока лес взять их, добыть. Ну ладно, будем пробовать, будем искать. Идем дальше сейчас, берем рюкзаки уже и пойдем дальше к избе. Встретимся ближе к избе. Опять камера подмерзла немножко, но ничего страшного. Фух. Домик наш на сегодня. Ой, здравствуй, избушечка. Принимай гостей, да? Хозяева пришли. Наконец-то доползли. Сейчас-то так надо пока разожгем. Горелку, думаю, так, ну, ночью, если. Да все, недолго, 5 секунд горелку достать, там, я под руками все. Так, горелочку, если надо. Не, она уже горит. На ночь, если что. Ночью. Раз ее. Сегодня не будем разжигать, по-моему, костер. Решил уже. Сегодня-то вряд ли. Костер не будем делать. Завтра пусть. А что, когда дровишки есть? В последнее время мало. Вот подошли, да. Тут пока нас не было. Ну вот хозяева тут были в избушке. Это дело мы сейчас все соберем в печку. И новую скатерть постелим.
Обосрали, короче, весь стол. Ножки. Нагрели им избушечку. Так, сейчас мы печушку будем топить, все это пропарить все, и будет хорошо, тепло. Вот. Все равно нечетко показывается. Так, печка греется. Уже тепло. Радио новое играет. Старая у нас сломалась, что-то забарахлила. Сильно орет. Звук. Сильно орет, да. Так, Китайское радио. План действий пока вот такой. Восстановить силы. Немножко. Ну что, куда пойдем? Пойдем искать глухари. Косачейно. Там уже видно, как повезет нам. Да. Может. Повезет, найдем, не повезет, значит. Ноги набьем. Ноги набьем тоже хорошо. Да. Главное только дома не сидеть, чтобы. Главное же у нас что? Да. Главное на диване не лежать и возле холодильника не главное стоять. Это процесс. Все, сейчас по Бырику перекусываем. Время у нас уже много. Уже почти 11. Не 11, пол 11 где-то. Сейчас перекусываем по Бырику и пойдем. Куропатку сейчас подходили, подняли одну. Далеконько она поднялась, мы разговаривали, шли. По следам где-то штук 6 их было. Ну да, по следам много, подняли одну. Ну, посмотрим, сейчас по балке пойдем. Может, что повезет, что получится. Посмотрим. Все, сейчас перекус-кус и идем. Вперед. Ну, 5 штук тоже не вариант. Раньше тут вон тогда полярные летали, так, наверное, штук сотня вылетела, как стена белая была. Где они сейчас полярные живут? Пролетают пролетом куда-то идут. Было дело в свои времена. По молодости ходили, гоняли, много было дичи тут. Перелет, видимо, был миграция. Было дело, да. Вот тогда надо было. Их один раз только видели. Руками ловить. Один раз вылетели и все. Больше ходили, не нашли эту стайку. Низко, да, шли же? Прям вот по пояс, вот так, чуть мы аж испугались, вдвоем стояли, чуть не убежали, хотели уже пригибаться. Ну да, инстинкт самосохранения. Неожиданно так вылетает на это. На лесной дороге стоим, они прямо на нас вылетают. Потом вдогонку уже долбанули, двух штук выбили. Потом ходили, искали, все, больше нету. Ну, перелет, видимо, был какой-то. Да, вот, налетели, полярные эти. У них и лапы-то эти, на лапах у них эти перья. Пушистый лапом. Видел, видел, ветка. Еще одна должна быть. Блин, далеко куда-то поднимается. Сейчас этот. Шли на бродом куропаток. Ну, в итоге подняли их, они все поднялись лесом и улетели все стороной, короче, на выстрел не вышли. Сколько там, 4 было, да, их, по-моему? Ну, главное, вроде бы сюда полетели, вперед. А там следы сейчас были, тоже как свежие. На бугор они, ребят, на бугор ушли, то на это, высоковольтно. В общем, угнали мы их. Сейчас пойдем дальше, что искать. Короче, не везет. Все как-то поднялись лесом, блин. Я видел одну в деревьях. А что там стрелять в деревьях? Мелькануло. Все. Три штуки-то потом поднялись. Ну, подряд. Фу. Солнышко такое.
яркая. Снеговик лесной с носом. Ты как дельфин. Дед Мороз рисует такие картинки. Да. Зодчик. Зимний зодчик. Ну же так сделал. Да? Да, и нас тоже рисует неплохо. В общем, прошли, кроме старых лунок, как обычно, ничего не нашли. Сейчас чай попьем немножко и пойдем еще вперед. Что-то нифига нету. Старые лунки здесь были, глухаря. Но мы их не стали искать, завтра уже поищем. Дичь настоящих охотников боится. Прячется. Пройдем еще туда. Вот если ружье не взять, конечно, все увидишь. До той болотины. Ну да, я уже подумал себе фоторужье купить. Проблем меньше. Никаких разрешений не надо. Ни патрон, ничего. И легче, наверное. Когда ружья нет, все увидишь. Как ружье возьмешь, ничего нету. Уже и мороз, и все равно. Ну, правда, лунок больше появилось, куропатки хоть появились. Куропатки и те разлетелись в стороны. Сейчас пойдем старого глухаря смотреть. Да, он настолько старый, наверное, что летать может не может. Хоть так догоним его. Может быть так. Добьем его ружьем. Стволом. Прикладом, стволом. Тогда древний глухарь уже живет. Сейчас, если он улетит еще. Тому глухарю пора бы, конечно, уже этот. Сколько лет ходим, постоянно он тут живет. Ну, только не сегодня. Ладно, сейчас пойдем посмотрим его. Недалеко до него уже осталось. Это вход и выход, наверное. Вон еще одна. Я видел. Ну вот, прошли мы на эту болотину. Там только зашли. Рябчик с лунки вылетел. Я успел один раз. Ну, тоже нежданчиком. Один раз успел стрельнуть. Промазал, в общем. Вот. А, хотел показать вам, как глухаришка объедает сосну. Вот, смотрите. Иголок вообще не осталось. Всю сосну обсосал. Вот так вот он кормится. А вот его следы. Вот старая лунка. Вот выход. Вот старая лунка. Вот выход. Начало лунка глухариная. Заметенная уже. Вот еще одна. Четвертая. Третья вру. И четвертая. Где-то он здесь, недалеко. Вон еще лунки дальше. Вон лунки. Сейчас пройду туда, посмотрю. Ну что, где дичь? Дичи нету, чай есть. Мы только и делаем, что чай пьем. Ох, опять замерзло, дергается. Смотри-ка. Тут одни старые лунки. Опять, наверное, похолодало. Пьем чай с пряниками. Идем в избу. Опять ничего не нашли. Одни лунки старые. Что-то никак не выйдем. На свежие не подымем никого, что-то не пруха. Даже не интересно. Наверное, если попрет, то попрет сразу разом. Но нам это не надо. Нам бы так потихонечку одного, потом еще одного кого-нибудь добыть бы. Глухаришку бы. Что-то не получается. Лунки есть, и все, присутствие его есть. Значит, где-то здесь есть. Он здесь всегда жил. Древний глухарь здесь, как мамонт уже. Все как-то не получается. Один год и было, эти косачи тут были. Ну да, как раз здесь почти.
прошли немного. Где-то куда-то дичь вся делась. Да? Лунки есть где-то же. Косачи же были, и все там лунки. Найти не получается. Скромный обед. Даже не обед уже. Будем выдвигаться дальше, искать, на что делать. Да. Я хоть ствол продул один в рябчика. Он не попал. Мне тоже он продутый. Даже камера задергалась. Да, тут точно продуть надо ствол. Так что продувайте чаще стволы, когда зимой ходите. А то забивает он снегом. Ой, ладно. Допиваем чай, идем до избы еще дрова готовить, да. Покушать надо что-то приготовить. Где-то куропатки у нас там тут. Ну да, куропатки. Время уже 16:00. Скоро уже стемнеет. Поэтому допиваем, выдвигаемся к избе. Встретимся там уже. Вот, добрались. Чисто русский лексикон. До дома добрались. Сколько там? Градусов, блядь, не вижу, нифига отсвечивает. Что-то градусов-то всего лишь-то 16. Ну, сейчас-то потеплее, да, и лыжи скользят лучше даже. Да, градусов 16, ничего не вижу, отсвечивает это. Ну, ночью будет где-то градусов по 25, наверное. Придавить все равно ночью-то. Я и зайду проверю, может нас... Ух ты, как тепло, все сразу запотеет. Камеруха. Вот, мышка. Мышки не топтались. Вообще красота, даже не остыла избушка вообще. Все дома. Дневной свет. Наконец-то добрались. Ну, безрезультатно. Насчет птицы. Результат положительный. Результат всегда есть, да. Хоть и нулевой, но тоже результат. Сейчас будем. Как посмотрю, запотел. Ай, ладно, ничего страшного. Сейчас будем готовить ням-ням, кушать. Дровишки приготовим немножко. Вот. Будем ужинать. Что, записывает, да? Стиль. Да нет. Российского производства. Работают чисто на человеческой энергии. Что готовить будем? Готовить? Ну, все на столе есть, все сготовлено. Нет, это мало. Это не то, но что-то горяченького. Добавится лампочка. Ну что, дела сделали, дров напилили. Снег с крыши скинули. Печку протопили, уже тут жарко. Вон дровишки. Еще теперь хватит. Еще на одну ночь. На сегодня, да еще хватит. Пусть останутся, может, мало ли. Может быть, еще придем. Ну что, начинаем готовить. Время сколько у нас сегодня уже? 7 часов. Да? 3 минуты уже 8. Наступает самый приятный момент. Готовка и вкусно покушать. А потом отдохнуть. Да, это еще лучше. А завтра опять топтать. Тут спится хорошо, в избушке дома не спится так. Можно будет выспаться нормально. А сколько мы сегодня протоптали? Смотрим часам. 17. 17 километров? С копейкой, ну. Нифига себе. Нормально. Вот. Ну, с учетом рюкзаки тяжелые были, пока сюда шли. С едой, да. Ну что, под итоги дня сегодня какие у нас? Даже я стрельнуть успел по рябчику. Вот. Куропаток можно было стрельнуть, но что-то далековато были, можно было попробовать.
Они невкусные сейчас. В супе здесь нормально были бы. Тут животные. Супеть можно было бы один. Да Грей дома ждет уже лапки. Каждый день прихожу с леса, так нос сует в этот в рюкзак. А там ничего, колбаса вон, остатки. Ладно, начинаем готовить. Будем делать макароны по-охотничьи. Это как? Ну, как получится уже. Главное, чтобы вкусно было. Три. Четыре. Хватит нам навесить, да? Все навесить, повесить. Дорожки сварились. Маслицо. Морковочка с лучком. Морковочка поджарилась чуть-чуть, сейчас лучок. Процесс идет. Это тут еще мудрит. Яйки в ход пошли. Смятку, чтобы получилось так нормально, чтобы не сильно пережарилось. Тушеночка. Ну, это видно, хоть мясо тут. Не то, что какие-нибудь эти. Видно, что мясо говядина, да. Коровка. Или бычок. А тем временем макароны... Пожарка ждут своего часа. Это хозяйство вот так все это переливаем. Опа. Так называемая пассировочка. Вот это заключительный момент. Макароны поохотничьи, говоришь? Да, макароны поохотничьи. Опа. Так, да. Дополнение. Уже язык проглотил, уже разговоров нет. И лучок чувствуется? Вот потому что отдельно. Не с мясом делаешь это, с тушенкой, а отдельно когда делаешь, вот тогда аромат получается. Называется пассировочка. Попили чай, поели. Да. Баеньки. Все, всем пока, всем до утра.